В Яткульском районе загорелись постройки на территории термального курорта Баден-Баден. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 5 утра. На место были направлены 3 единицы техники и 11 человек личного состава. По приезду стало понятно, что горят хозпостройки и баня. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Эвакуация людей не потребовалась, пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. По одной из версий, из-за скачка электроэнергии случилось короткое замыкание. Все последствия пожара уже устранены.